Это что за порода? Оно вот сейчас вот как раз чернота уходит, да? Он на ней рождается черное, а потом становится абсолютно серебристым. Угу. Понятно. Площадь меньше будет волосков, да. То есть это не кролика кушаешь? А как? Самое диетическое мясо. Французский баран, это ж кролик, какой же это баран.